Ту-ри-ту-ри-ту-ри-ту. Ну а я продолжаю свою рубрику «Надпись на песте». И сегодня надпись на песте от Артема для Жети Краза, который не как Белас, а как Крас. Жека Крас. Смотрим надпись. По традиции красивый вид для Жети Краза. Не будь Белазом. Смотрим надпись для Жети Краза из Владивостока. Жека Крас, сдюхай тебя! Та-да-да-дам! Опьянил совсем, в голове дурман. Жеку Краза еще раз с днем рождения. Ну так и вот, друзья мои, дьявола, партнеры, ну и всякая остальная шалупонь. Сегодня тот день, когда последний самолет с рустями улетает с Фукуока. Повторяю, центральный пляж Фукуока, который в нормальные времена выглядит как Краснодарский пляж. На самом деле, пока кроме плюсов вот этой заразы, которая вас преследует, я вообще ничего не вижу. Фукуок стал по-настоящему экзотическим островом. Без всяких этих русских уебанов, знаете, вон там с окраин России. То есть ходишь и думаешь, все твое. Лежати, никто уже за лежати деньги не берет. В общем, все понимают, что ситуация сложная. А еще премьер-министр Вьетнама написал письмо всем вьетнамцам и сказал, чтобы они не доебывались до европейцев. Даже, наверное, приказал. А то ведь началось, знаете, гостиницы снимать. Ой. Гостиницы начали закрывать, камнями кидать, палками. Короче, ужас. Ну все, у меня тихий час после дневного плавания и загара. О, доброе утро, челядь. О. Я просто показываю. Ну так и что, друзья? По итогу билеты на родину по 200 тысяч стоят. Вчера только нашел, знаете, билет за 60 тысяч на родину. Пока то да сё. И он стал 200 стоить. Заебись, да? Полежать, покурить, думаю. С утреца это вообще, знаете, особый кайф. Ну все, смотрите видео. Но сперва трям. Блять, подонатьте кто-нибудь, а? Чисто инкогнито, если есть возможность. А то даже Хондельдон подизносился у нас. Ну все, буду это отдыхать. Ситуёвина накаляется. И вьетнамцы уже смотрят на белых людей. Ну так попробуй, наверное, налезет. В общем, приходится брать маску. А то без масок уже даже никуда не пускают. Вот, так тебе так даже лучше.
Ну и чё? Нормально? А ко мне налезет, значит. Вот так. Становится страшно. Дайте 1000, а? Чтобы, знаете, страх сгладить. How much 2 масти, блядь, да хуя, 400 рублей. Это вообще дорого, блядь. Мяу! Ну а чё, лучше перебздеть. Может, мне-то маленькая, но ничего. Я как клювик. Клювик. Все закрыто, посмотрите, кошмар. Хотя стройки работают. Людей нет никого. Там вон сжигают первого инфицированного. Охуеть, что творится? Ой-ой-ой-ой-ой. Фукуок в огне. Я сейчас нахуй задохнусь в этой масле, блядь. Я Саб-Зиро. Вы замерзли? Чё, вот так помню по молодости. Маску нацепил и пошел пенсионеров щемить. Ну, рядом с почтой. Когда они раньше, знаете, пенсию на почтах получали. Все. Мы в маске. Мы в маске. Мы в маске. Хотите, я вам Путина брать? Покажу? А? Кого? Фукуок, да. Ну, в самом конце покупок. Смотрите, Путиной. Обалдеть. Ну, а так как в условиях кризиса карантинного все не очень хорошо с едой стало, и пожрать негде, и донатов мало, и он постоянно пиздит, задолбал, то сегодня мы готовим спешл брекфаст, потому что мы живем в шикарной вилле и можем себе это позволить. Итак, на завтрак у нас тут вот яички варятся, 5 штук в чайнике, надеюсь, варятся, хлеб взяли и сосисоны. Ну, вроде бы такие же, которыми нас кормят. Вот сейчас яйца закончим варить, я только не знаю, как их вынуть оттуда, чтобы остудить. Такой, конечно, момент. Ну, красиво варятся с подсветкой. Подсвеченные яйца ел когда-нибудь? Вот. Еще кимчи взяли, чтобы вместо соуса было, и соли. И на обед взяли 2 доширака с кимчи. И тоже с сосисками будем есть. Ну, конечно же, пивище еще взяли. Вот так вот и живем теперь. Ну, в общем, все, завтрак закончила готовить. Одно яйцо оказалось протухшим, поэтому товарищ Мосин сказал, что он не сможет есть яйца. Ну, как бы нам больше достанется. Вот. Короче, вот так выглядит наш завтрак. Яички, которые товарищ Мосин не сможет есть. Сосиска, которую он чавкает с недовольным лицом. Кимчи и чаек. Да, в общем, жрать с шикарным видом бичевый завтрак. А ты вид-то им показала хоть? А засвечивает. Ну, да? Угу. Прав... Снимала, не видно. Вот видишь, ты получается у тебя снимаешь. Понятно. У Катьки опять там скоро кровь из писти пойдет, так она злится, блядь. А ты ушла? Друзья мои, а мы продолжаем выживать в чужой стране. Одни, без родителей, без друзей. Одни вы у меня, в общем, остались. Там море, не забывайте. Ну так и чего? В связи с такой обстановкой, в связи с тем, что... Бля, что я вам хотел сказать-то? В общем, мы идем купить что-нибудь поесть. Попытаться, по крайней мере. Говорят, что уже все началось. Все, масочку взяла. То есть без масок уже не ходим. Вьетнамцы все реально уже смотрят вот так. Катька, подтверди. Угу. То есть Катька-то вам вообще пиздеть не будет, она щелябу, ёп. Ну и все. Надеюсь, продержимся месяц. Дайте 1000 еще. Все, давайте. Макс Пауэр по кличке Денис. Тебе низкий поклон. Вот тебе круг.
Надписи не будет, реально опасно, ёпту. Так что все. От души. Ну а так как на карантине снимать нечего, пойдемте вместе со мной гулять. Ой, подождите. А что надо закрывать, нос или рот? А? Главное рот, чтобы ты не разбрызгивал бациллу. Ага. Ну так и вот. Вот мы идем. Мы сейчас такой милый в детской маске с котиком. Я вообще не могу. Да? А ты нахуй фамильярничаешь? Вообще, я вам покажу, где можно жить за 2700 в данный момент. Вот тут. Там кто-то спрашивал, на что я снимаю. Я снимаю на нормально. Тут бассейн, там бар. Никого нет. И 2700. Вообще с ума сошли. О, давай, знаешь, ты что расскажешь? Ты там что-то читала-то, блядь, умное. Не помню. На стриме что-то умное говорила. Я? Да. Нет, не могло быть такого. Лужи крови. Блять, подожди. Сейчас я вспомню, про что она говорила, и включусь. А так вот сами видите. А здесь вот кладбище. Здесь. А, они сжигают, да, потом хоронят. Не сжигают. Ой-ой-ой. И будет здесь Юрка и Катька. Фу-фу-фу, блядь. А мы продолжаем пробираться. Ни фонарей, ничего нет. Я здесь, знаете, что задумался? Вот мы идем сейчас в масках. А не подумают ли местные жители, что мы являемся вот разносчиками той фигни, про которую нельзя говорить. Что? Они и так думают. Они и так так думают, Катька говорит. Так что вот так. Прям, бля, упала шляпа, упала на пол. Так и вот, в связи со сложившейся ситуацией, мы с Катенькой посовещались, и я принял решение, что надо снять всю свою кубышку. У меня есть кубышки там, знаете, 7 тысяч рублей. Снять кубышку и обналичить ее, так как доллар растет, и такая ситуация непонятная. Мне кажется, наличка в данной ситуации это будет правильное решение. Немного, но все же. Сейчас, знаете, каждая копейка на счету. Так что я к чему? Кто сколько может? Ну а что, блять, сами видите ситуацию. Вон Катька вообще плачет, ёпта. Плачи, танцуй. Я буханул просто, знаете, от испуга. О, Катька пришла на помощь. А то говорят, с послезавтрашнего дня все банкоматы отключат. И вот тогда-то начнется жесть. Так, 4-0. Кэш. Ес. Савив, привет. Ждем звук богатого подписчика. О, спасибо, мама. Ебать, колотить курицу. Фу, бля. И еще разик. Так, 4-0 ввели. Cash Wonderful. Yes. Отхуя шкурка. Савив пока. Хоть бы дал, хоть бы дал, хоть бы дал. О-о-о-о. Все. На карте осталось 400 рублей. Охуеть. Вы, наверное, спросите, Юра, Юра, откуда бабосите? Да пиздец. Всю свою династию судей и прокуроров. Еще и сына кинул, блядь, на десятку. Короче, пизда. Ну, все вроде, знаете, поняли. Или поняли, даже не знаю, как правильно. А теперь проблема, где поесть. Видите, вон, все в темноте. Пожрать вообще негде. То есть, пиздец.
сок 200 рублей, представляете, упаковка сока стоит. Дайте кто-нибудь на сок-то, чё вы. В общем, кое-как сняв деньги, мы теперь ищем, где бы купить покурить. Хотим купить сразу блок, знаете, этих дешевых сигарет Сайгона. А то, говорят, сейчас вообще напряги начнутся. О, есть, да? А, он, блядь, зарешочен, ёпта. Не продадут? Пиздец, поглядите. Видите, беляков вообще никуда не пускают. Мы ходим, как прокаженные. Хотели пожрать где-нибудь в кафе, наверное, прошли туда 5 километров, нигде ничего нет. Все позакрывано, блядь, просто пиздец. Это время 6 вечера. А у нас осталось 3 сигаретины. Будем надеяться, что это не ошибка, что мы здесь остались. А вам спасибо, конечно, всем за поддержку, которую вы не оказываете мне в Донаталерсе, блядь, и в Тинькове. А, все, пизда, говорю. Сейчас еще и свет везде отключат. О, он на нас так смотрит и нож точит. Короче, ладно, я выключаюсь. О, нихуя. Катя! Хорошо, мы уедем. А? Ну, что хочешь, что я возьми. Давай фанту, в ней есть витамин С, он обеззараживает, говорят. Нашли кое-как магазинчик вот такой. Вы спросите, подросли ли цены? Да, подросли в 4 раза. А то и в 6, а то и в 8, а то и в 10. И не забывайте, когда смотрите это видео, это все, опять же, мое воображение. Там темнота. Ну, там тоже темнота, просто поверьте на слово. О, не хотят с ней еще и разговаривать. А, говорят, гоу-гоу. Да, еще и уже сигареты, видите, не продают. Угу. Началось. О. Попросили ее, она нам съездила в другой магазин нам за сигаретами. О, да. А Катька мне опять выбирает супер дешевую футболку, да, потрогать? О, нихуя. И вот здесь это, видите, наклейка, она очень печет. Кое-как нашли фруктов. Вот эта приятная женщина нам продала арбуз за 30 тысяч. Видите, все уже на свете начали экономить. Даем ей 50, нам сейчас дачи дадут. Давайте с вами вместе наблюдать. А вот все, что есть в продаже. Сахар, крупы и соевый соус. Thank you. Слышишь? Это, наверное, спелый. Yeah. Подписчики из Краснодарского края, как не считаете? Ого, может, его ложками лучше будем есть? Нет, давай порежем, чтобы быть плотненько что-то.